Здравствуйте. Вот, значит, у нас здесь вывод. Чуть понизилась температура. Этот сейчас выключаю. А вон. Первый вывод у нас. В этом году чуть попозже. В прошлом году 24 марта уже выходил. Да, с днем рождения. Как вы тут? Вот, осторожней. Вот. Значит, здесь беленькая на голове с черными ножками, да, доминант, наверное. Так, здесь красная несушка будет, да? Здесь вот брамочка будет, это вот доминант. Здесь тоже пестрый будет. Четырехпалые. Этот красавец. Ты кто будешь? Петух будешь? А этот с пятью уже, видите? 5 пальцев. 3, 4, 5. А на этой? 1, 2. А, тут уже 5. Вот 5 пальцев. Ну, ты от кого? Араукана, американо? Вот эти яйца бросаем в скорлупу. Кто здесь высох, выходите. Так, ты кто у нас? Тоже? Интересно, вот срощенные вот эти пальцы, арауканы. Здесь испанская, да? Испанская голошейка. Испанская, вот это испанских линий, доминантные признаки, как голошей передается. То есть здесь у тебя вот чуть-чуть вот здесь этот, как борода. Смотри-ка, борода. Видишь вот снизу? Бородка. Так, а я выходить не могу. Вы меня снимаете, да? Так, здесь что? Так, тоже 5 пальцев вот. 5 пальцев. Срощенный, белый что-то. У тебя как? У этого тоже 5 пальцев, видишь? 5 пальцев. Значит, арауканы, американы. Так. Ты у нас 4-палые будешь, так получит. Так, вы здесь как? Здесь с черными ножками, да? От китайских, наверное, или от наших. Так, а ты как? Ты будешь пепельного цвета, да? Пепельного. Ты здесь черненький отдыхаешь, да? Так, высохло, можно взять? Вот таким образом... Убираем скорлупу лишнюю. Ну, больно-то их крутить и не надо. Так, вы пока высыхайте. Так, снизу у нас там гусиные. Тихонечко. Сейчас. Вот, это как бройлер. Испанской, да? Вот им что-то 5-палос не передается. Вот они голосенько этот. Это ты кто? Ты красная несушка? Уже скрещенная, да, красная несушка? 5-палая, вот 5 пальцев. Ты кто? Просто я красавец. Так, здесь кто? Ох, кричишь. Вот черными ножками тоже, вот. Скорее всего, может быть, именно. Это испанская голошейка пока отдыхает. Так, сейчас. Так. Что-то белых и желтых этот в этом году больше. Хотя петухи эти были. Вот. Так, лишнее убираем, чтобы они ночью не мешали. Остальные. Так, вот здесь. Вот. Ну, больно не помогаем. Вот этот, вот он пытается. Хотя, видите, грязные, потому что мыть нельзя куриные. Когда этот... Все равно они, если этот, нормально выходит. Так, ты пока давай. Вот, всем днем рождения. Остальные этот, так, вот так положить, чтобы дышали. Все, молодцы. Молодцы.